Well, congratulations to Anvar and his team for the 3 points. I thought it was an excellent hockey game. I thought it was a really competitive hockey game. Certainly, I really liked the way our team played tonight. I thought that for a fourth game on a road trip against a very good hockey team, we were ready today. We had close to 45 shots on net and multiple scoring chances. And obviously, goaltending on both sides was the main story of tonight's game. I thought both goaltenders were excellent, and it's a difference of a goal. So for the empty netter, but we had our chances. We weren't able to capitalize. We created lots of offense against a good team. Our team left it all on the ice today at the end of a road trip, and I'm certainly proud of how our team played this trip. Thank you. Прежде всего, поздравляю тренера, хозяев и его команду с победой. Это был очень хоккей, очень равная игра. Я доволен тем, как играла моя команда. Это был 4-й матч у нас на выезде. Мы нанесли примерно 45 бросков по воротам соперника. Хотел бы отметить обоих вратарей. Оба сыграли очень хорошо. Фактически все решил один первый гол. Мы, в свою очередь, имели моменты, были близки к тому, чтобы забить, но, тем не менее, нам это не удалось. Мои игроки все оставили на льду. Вот, я горд за свою команду сегодня. Спасибо. Спасибо. Мы понимали, что предстоит тяжелый матч. Соперник играет в активный хоккей. Так и получилось. Вот, но, в принципе, что готовили, практически всю игру удавалось идти по этому плану. Вот, понятно, ошибки были, но за счет самоотдачи, самоотверженной игры их удавалось поправить. Вот, в общем, слова благодарности команде, ну и, конечно, слова благодарности болельщикам за поддержку.